arms tonight. I'm bringing third world to life as I walk on water through walls of light. You heard the king as the urchins sing. Revenge so. Gun law is changing fast. 6 months ago, Draper's Ward was where Dunwall's rich and well-born strolled and shopped and tried to be seen. The plague burned through it in days. Today it's a battleground where two street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang, the Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And the riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have business. Used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently, and whatever the Hatters did to get it working has enraged the Dead Eels. They're fighting in the streets. Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Dishonored, и у нас, в общем, второе. На самом деле, многие скажут, что третье, да, я с этим соглашусь, но по факту я... Это самое, Dunwall City Trials не особо так уж прям сильно считаю за сюжетное дополнение. Поэтому, короче, давайте договоримся все-таки, что у меня видео, оно будет именно вторым. Вот это вот дополнение, собственно говоря, да, дополнение Brigmar Witches. А у нас здесь получается уже какая? У нас же получается здесь третья миссия, потому что в прошлый раз мы, как вы помните, прошли две. А, в общем, да, проходим на полный этот, на высокий хаос, собирая все. И, в общем, с этой миссией я чуть-чуть, скажем так, попотел, потому что, должен я сказать, здесь монет, по-моему, 3520, если я ничего не путаю. И все их собрать было довольно-таки тяжело. В общем, я сразу же себе прокачал, как вы видели, этот самый подтягивание предметов. По сути, я его только здесь вот сейчас использую, то, что вот взял тут в рвание эту бутылку. Вот больше, по идее, нигде. Я, если честно, как-то не понял, в принципе, как его можно более-менее эффективно использовать, кроме как вот здесь вот. Такие дела. В общем, нам сейчас что надо сделать по основному сюжету? Нам сейчас нужно это самое, взять корабль нашей Лиззи Страйд, чтобы, в общем, соответственно, на нем уплыть в особняк Бригмаров. Миссия, как вы, в общем-то, видите, да, довольно долгая. Так, тут мы сейчас перенастраиваем вот эту вот систему. Так, тут у нас катушка медная. Здесь еще ворвань. Тут вот лежит. Что тут должен кошелек быть? Угу. Монетка, катушка. И еще ключик. И здесь у нас наверху, вот там вот на вентиляторе здесь монетка, да. Десятка. Так, давайте сейчас мы, да, еще за маной... Сгоняем сюда. И вот тут вот у нас наверху лежит катушка. Здесь у нас, по-моему, 8 амулетов всего. Этих костяных. 3 из них этих оскверненных. Вот это так, это по амулетам у нас какая информация. По рунам здесь их, по-моему, 5. Насколько я так помню. Может больше. Так, там у нас эти угри и шляпники что-то враждуют. Мы им, на самом деле, мешать не будем, потому что, как бы, тут у нас есть этот рецепт ветоши. Вот для этого рецепта нам нужно будет одно тело, как бы, мадам одной. И одно тело товарища одного. Как бы, ну, вы понимаете, да? А так как мы, в общем-то, если мы кого-то врубаем, ну, в смысле, если мы кого-то убиваем, мы тут всех убиваем, как вы помните. Если мы тут кого-то убиваем, у нас тела пропадают, то, соответственно, нам нужно
чтобы кто-то другой завалил, в общем-то, этих два НПС, и тогда мы, соответственно, весь этот квест сможем осуществить. За него, кстати, тоже, по-моему, руну дают, то есть как и в этом, в Knife of Dunwall, как вы помните. Здесь у нас то же самое в этом плане. Так, все, вроде кого надо, мы получили. Хорошо. Сейчас мы, значит, перепрыгаем сюда. Еще вот, да, вот как раз тут я вспомнил, из-за чего я ненавижу первый Dishonored. Это из-за того, что здесь просто куча мест, где лежат просто какие-то монетки. То есть вот, как, например, вот здесь вот. Плюс к всему, эти монетки, они как бы в основном по ценности, грубо говоря, довольно маленькой. Как вы понимаете, это, конечно, все довольно сильно усложняет. Как мне кажется, во втором Dishonored таких моментов, в принципе, гораздо меньше. Так, кто где стреляет, не пойму. Кто где, блин, стреляет? Я просто не пойму. Тогда запрыгивай ты, господи, уже. Вот, неужели для этого нужно будет обязательно перенос тут использовать? Так, вот тут еще лежит катушка. Еще тут у нас лежит монетка. Вот здесь вот, на вот это вот, на мостике, где они тут воевали. Тихо. Оп. Оп, и все. Также, да, по поводу обнаружений как-то я тоже не парюсь, вы понимаете. Так, в общем, туда прокачаемся живучесть, чтобы побольше урона выносить. Так, а вон там они сверху, да, стреляют? Похоже, да. Так, второго только что-то не видно. Так, тут у нас два шляпника. Давайте-ка мы их сейчас завалим. Вот так вот красиво, довольно. Так, и здесь сейчас пойдем с этим, с темным зрением. Все-таки. Потому что тут, опять же говорю, очень много монеток. Монетки, соответственно... Нам нужно все собрать. Ну, как бы, как все деньги, соответственно, да? Но вот их именно выцеливать, это, конечно, удовольствие, так себе скажу я вам. Выцеливать монетки. Так, тут, по-моему, да, вот ключик от сейфа. И здесь еще у нас есть бычий тростник. Он нам нужен для зелья, которое мы потом чуть-чуть изготовим. Здесь у нас еще лежит руна. Да-да-да, вот 7 тут рун, как вы видите. Что-то я забыл слегка. Я уже, на самом деле, все это DLC прошел. То есть нам остается, по сути, только вот следующая миссия. Соответственно, да, следующая миссия, она финальная. Здесь будет. И дальше что мы будем проходить, я вам пока не скажу. Это такой небольшой сюрприз, но это будет не Арагами. То есть, как я вам говорил в подкасте, то, что мы дальше будем проходить Арагами, на самом деле мы его не будем проходить. Мы будем проходить с вами более такую интересную, скажем так, новинку. Но я вам скажу то, что она уже у нас была на канале. Но мы ее как бы не проходили. Так, у тебя есть монетки, забираем. Так, и здесь у нас, кстати, есть торговец один, которому нужно выполнить квест. Соответственно, мы получим... Ну, как бы вообще, в принципе, у него можно купить этот самый амулет костяной. И мы за этот квест получим деньги. Соответственно, эти деньги, они у нас тоже считаются за деньги с миссии. То есть его тоже нам нужно обязательно выполнить. Тут сейчас все оббираем, забираем гранатку. Так, тут у
нас сейф, нужно сейчас у него ключ стырить. Угу. Сейчас, по идее, сейф откроется, да. Кошелек, монтажный инструмент. Welcome to the Draper's Ward Salvage and Resale, or the Black Market, if you'd prefer. It's Dowd, right? Recognized your face from the posters. Not that I'd ever say anything to anyone, believe me. I'd be happy to have you for a customer. What are you selling? The best of Draper's Ward, all for sale. Say, would you consider doing a job for me? There's a man whose debt to me is well past due. I'm not a bill collector. I don't want the money. I want his head. I pay you well. And you can use the money to buy things from me. I'll do it. Huh. Thank you. Skinflint is a chain smoker. He likes to light up in the old canal tunnel and play Nancy for coin. I'd start there. Make an example of him. Got it. Now let me see what you've got. Please, take your pick. Давай сейчас купим все-таки амулетик у него. Так, и... I hope you're keeping my little job in mind. Skinflint is dead. Thank you. I hope this expresses my gratitude. The best of Draper's Ward, all for sale. Так, ну и все. Я к нему еще, да, потом зайду. Мы у него, соответственно, всем закупимся. Потому что, собственно говоря, у нас, да, следующая миссия — это финальная. Это, кстати, по-моему, у нас миссия самая... Если я, конечно, ничего не путаю, самая дорогая по монеткам за все вот эти вот два DLC, которые, собственно говоря, Knife of Dunwall и этот, и... И Пригморские ведьмы. Если она, в общем, не самая дорогая, то это, конечно, все равно круто. То, что мы под конец тут сможем закупиться. Потому что, по идее, больше денег у нас как бы не будет. То есть, ну, как бы у нас, да, будет следующая миссия, но там у нас не будет уже этого торговца никакого. А на этой миссии у нас торговец есть. И это, соответственно, хорошо. Так, тут у нас есть мана. Вот тут вот этот духовный бальзам Пьера. Я, кстати, это не особо сильно вдаривался в историю Dishonored, особенно первой части. Поэтому я как-то не знаю, что этот самый эликсир этого Пьера, это, по сути, аналог эликсира Скалов, то есть он от этой крысиной чумы. Вот мне это в комментариях объяснили, вам, соответственно, за это, ребят, большое спасибо. Are you with her? No, but you don't have any roses. What can you tell me about Delilah? I used to make clothing for the Caldwins, you see. I adored them, especially young, precocious Emily. She was such a delight. Did you ever meet the Empress? She was so special. And I was able to count her among my friends. I had a lock of hair from young Emily. Keepsake given to me by the family when my hands grew too stiff and clumsy to work the needle. I have treasured it so. And Delilah? She visited me here. Such a surprise to see her, all grown up, so serious. Did you know she was once a playmate of Jessamine's? Before she was Empress, when they were both little. I thought it was a cordial visit at first. But it turned frightening. What happened? She made things come out of the shadows, long and grasping. I can still feel the cold on my neck. I sound mad, don't I? Perhaps I am. She questioned me and left me propped in the corner like a bolt of cloth. I couldn't move for 3 nights. She made the horrid markings you see now. Then she stole my only keepsake, my lock of hair from dear, sweet Emily. Ah, Emily, where are you? Damn that Corvo, and damn Delilah. Ну, такой вот у нас тут портной еще есть.
ну да, 889 монеток у нас к этому моменту должно быть всего у нас на этой как бы карте монеток 922. Соответственно, у нас должно быть их под конец 989. Но так как мы, в общем-то, купили этот самый костяной амулет, у нас, соответственно, 889 монеток. То есть вот такие вот дела, вот такие вот подсчеты, ребят. Сейчас идем на пристань, в общем, на причал. Тут мы сейчас будем это самое угонять, скажем так, этот корабль Лизи нашей. Так, а что это ты не умер, мне интересно, я же тебе в голову, по-моему, попал. Нет, не слышал. Чего-то вы, ребят, странные какие-то. Умирать не хотите. Очень странные. He's put all of the eels on alert since Lizzie's rumored to have escaped from Coldridge. He's expecting her. You will undoubtedly be a surprise to him. Так, еще одна мана. Монетки всякие. Еще почитать туда на паузе, кому интересно, книжечку эту. Я знаю, что я не все показываю вам книги, конечно, потому что если бы я тут прям все искал, меня вот на самом деле люди поражают, которые, знаете, вот пишут, делают прохождение без комментариев вообще, потому что, по идее, обычно это люди, которые вообще все показывают. Я, конечно, вот им, конечно, за это большое-большое спасибо. For dumping contraband if they get caught. Perhaps the Undine is no different. Но это меня на самом деле прям так поражает, реально. То есть то, что люди прям так вот заморачиваются по поводу вообще поиска всех книг, всего-всего. Я даже себя, если честно, таким крутым не чувствую по поводу того, что я на весь лут Dishonored вот прохожу на их фоне. Конечно, это все равно, да, сложно, но чтобы, вот, не знаю, читать все книги, это, конечно, прям мое почтение, короче. И таких каналов, их, как бы, да, их довольно мало, я, конечно, понимаю, но это, как бы, их как раз, это, эксклюзивность, скажем так, и подчеркивает. И как-то мне таких вот очень даже так интересно в каком-то смысле смотреть. Так, сейчас мы тут используем это самое замедление времени. Быстренько пробегаем наверх. Тут у нас ворвань. Тут у нас монетка. И, собственно говоря, давайте... Нет, давайте мы сейчас еще наверх запрыгнем. Тут у нас еще катушка лежит. И вот сейчас, по идее, мы можем уже сигналить Лизе. Lizzie Stride is assuming control of the dead eels now. She's ordered them to give you safe passage. Your friend Edgar Wakefield set me up to be taken by the City Watch, and you followed him. Took his orders. But you know what? I forgive you. All of you. I'm filled with love. But the following people owe me a finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, the Bakers, and Annabelle. Two from you, Annabelle. Have a good night. Так, давай сейчас пойдем поговорим с Лизи. Мы туда, я знаю, еще не все взяли, но это мы еще возьмем. В общем-то. Что ты мне скажешь? Piece of garbage, Edgar. I'm still living with his incompetence. He let the Hatters cripple the Undine. Ship seems fine to me. They took the engine coil. We're dead in the water. What is it? Can we make a new one? They don't make them anymore. Not for an engine like the Undine's. We'll have to get it back. The geezer still leads the Hatter gang, right? I'll pay him a visit. It won't be that easy. There's a snag. Always is. What's this one?
The gazer's about 100 years old by now. He's got it rigged so that if he dies, the whole place gets gassed. So they're real careful around him. Got him a nurse and everything. Maybe you can cut a deal for that engine coil. Turn on the charm. One of the Hatters gave me their door password in exchange for keeping the rest of his fingers. It's whalebone. I never got to use it on account of the gas. And being in jail. Just be ready to move when I get back. Так, ну и нам нужно этот самый рычаг управления, скажем так, у Диной. Dowd, this is the second time now. I see something or someone out of the corner of my eye. But when I turn, they're gone. Someone is watching us. В общем, нужно будет этот починить нам корабль этот, а для этого нужно будет нам подружиться со шляпниками. Там тоже нужно будет для них небольшой квест сделать. Если честно, мне это чем-то этот Deus Ex даже напоминает. То есть там тоже был что в Human Revolution, что в первом, соответственно, в оригинальном самом Deus Ex. Там тоже был этот квест, типа там помирить там две банды, типа того, насколько я помню. Вот, это, конечно, мне чем-то вот его, короче, напомнило очень сильно. Так, тут у нас монетки, тут у нас еще эта жемчужина простака. И здесь у нас есть еще святилище чужого. Тут оно находится. У нас еще урна. И что нам скажет чужой, давай сейчас послушаем. You keep surprising me, Dowd. Not long ago, I watched you kill an empress and steal her child for coin. For a man like that, you went through Coldridge Prison with an awfully soft touch. I wonder, are you hoping it will change the way things work out? Maybe. Maybe not. The song's almost over, and when the music stops, we all fall down. Ну, конечно, завалить 20 или там сколько там мы завалили человек в Колдридже, если ты это считаешь, что это бескровно, то у тебя довольно такие странные, я должен сказать, представления о бескровности. В общем, да, по поводу нашей системы хаоса. Здесь я тоже получил этот низкий уровень хаоса. Вот именно под конец, соответственно, миссии. То есть вы там, соответственно, там сможете посмотреть статистику. Там у меня тоже низкий уровень хаоса. Я такой думаю, вот черт, неужели я пройду это дополнение при низком уровне хаоса? Оказалось, что нет. Оказалось, я выбил этот самый высокий хаос под последнюю миссию. При том, что на последней миссии там только ведьмы. И я еще как бы почитал чуть про этот, про хаос, как бы про его систему вообще, в принципе. Вот, оказалось то, что здесь, по сути, зависит от того, насколько как бы НПС грешен, грубо говоря, сам по себе. Я не знаю, если честно, то ли это для второй части актуально, то ли это еще и для первой актуально. Вот, то есть, типа там, не знаю, там наемника, если ты убьешь наемника, то это не настолько сильно. Не знаю, если ты, в смысле, убьешь кого-нибудь, не знаю, преступника даже, то это не так прям сильно повысит хаос, как, не знаю, там, то, если ты убьешь, не знаю, там, обычного гражданина. К примеру. И вот мне как-то интересно, неужели, не знаю, эти ведьмы, они как-то более безгрешны, чем эти самые бандиты. Это как-то, как мне кажется, это очень странно. Это, конечно, да, есть еще одна теория у меня, почему я за ту миссию много хаоса получил. Это за то, что я там прям всех вообще вырубал. То есть, ну, соответственно, убивал, то есть, соответственно, ведьм. И еще я тут вычитал то, что оказывается, чтобы был этот самый высокий хаос, нужно... В смысле, для того, чтобы был низкий хаос, нужно придерживаться статистики. А, по-моему, 20% убитых, соответственно, или меньше, но не превышая, короче, да? Не превышая 20% убитых вообще на любой миссии. А так как, собственно говоря, да, там я валил всех... то, соответственно, там у меня получился высокий хаос, как бы. Я лично это так понимаю. То есть, как бы, как я лично это могу аргументировать, то, что, в общем-то, там у меня вот был высокий хаос получился на последней миссии. А здесь что-то вот он как-то высокий особо сильно не получался. Здесь мы, вот, в общем-то, да, этот свадебный ритуал ветоши,
Мы сейчас сюда притащили мадам, и сюда же нужно притащить этого еще этого, короче, мужика, скажем так. И типа их поженить. Вот кольцо, мы уже, соответственно, его нашли. Мы его нашли перед тем, когда мы заходили, как вы помните, да, первый раз к этому, к торговцу. Там я еще по кустам лазил, там были, там, помню, там две монетки, там же лежит еще кольцо. Вот кольцо мы, соответственно, кладем на вот этот поднос, и их двоих мы кладем вот на вот этот вот круг. И, соответственно, таким образом получаем еще одну руну. Сейчас мы идем к шляпникам. В общем, сейчас мы... Так, тихо, тихо, тихо. Что-то я это... Странновато он как-то отреагировал, как мне показалось. Так, вырубить его тебе. Вырубить его лучше будет, да. И сейчас пойдем мы к шляпникам. What's the password? Whalebone. Come in. Sir, the Hatters are using the textile machines to make shrouds for the plague dead. Now we know why they took the engine coil. The man who runs the Hatters is more cunning than he looks. He can flood this place with a toxic gas. In time, it'll eat through our air filters. You may have to make a deal. Так, тут у нас катушка. Тут у нас еще одна катушка. Сейчас завалим вот этих вот шляпников, которые у нас здесь. Угу. И, собственно говоря, у тебя еще лежит ключик. Тут у нас еще монетки, тут у нас еще подносик, тут у нас еще травы целебные. Амулетик, кстати, предпоследний. Последний у нас уже мы получим из задания этих шляпников. Вот, еще плюс, да, здесь я пропустил это самое, там вот в ящике слева, там у нас есть эти монетки. Вот сейчас я их пропустил, но я, соответственно, да, за ними еще вернусь. Соответственно, их мы тоже с вами возьмем. В общем-то. Так, тут у нас две ловушки еще вижу. Нам еще, да, нам еще пока не надо попадаться шляпником на глаза. Так, тебя давай завалим. Тебя, наверное, сейчас мы тоже завалим. Благо у нас, конечно, еще трупы пропадают, потому что, по-моему, если их найдут, то они это кипиш поднимут тут. Так, еще надо... Эть, надо еще тебя... Эть, хорошо. Обезвредить. Так, это, кстати, наш этот самый рабочий, как вы помните, с этого, со склада Ротвельда, из первого DLC, кстати. Вот сейчас давайте с ним мы поболтаем тоже. Dowd, didn't think I'd ever see you again. After you helped us escape the slaughterhouse, I got a job here running the looms. They got us working around the clock, making shrouds for all of the plague victims. Kinda makes me sick. But they have to come from somewhere, I guess. How do I get into the engine room? It's down in the basement, but you can't get in without the combination. And where would I find that? Nurse Trimble. He takes care of the geezer. But I'd bet my broom handle that's only half the story. See, the geezer's supposed to be the boss, but Trimble never lets anyone near him. Claims it's for his health. I'm sure the geezer knows the combination too. Except fat chance talking to him alone. Only time Nurse Trimble leaves is to check the lab equipment he's got upstairs. Thanks for the help. Да уж, спасибо за помощь. Так, вот там вот у нас наверху этот старичок.
которого нам нужно расспросить. Он, да, сам, как вы понимаете, прикован, грубо говоря, к креслу. Поэтому нам нужно будет говорить уже с этим, с своей сиделкой, скажем так. Так, тут сейчас замедляем время, быстренько пробегаем. Потому что так наиболее эффективно, как мне кажется. My name's Dowd. I'm looking for Lizzie Stride's missing engine coil. I'm giving you a chance to make a deal. It's a great opportunity to make a day not matter. Hmm. Yes, sir. Very reasonable offer. Geezer here says you're in love. We only need that engine coil because someone shut off the flow that turns our water wheel. I sent men into the sewers to restore the flow, and not one of them came back. But what stopped them won't be a problem for the famous Dowd, will it? When the water flows, I'll give you the engine coil. Here's the key to the sewer entrance, and it's a pleasure to do business with you, Mr. Dowd. The Hatters will behave. Вот за шляпник тир к нам нейтрально. Тут у нас еще есть монеточки. Сейчас мы еще наверх, да, зайдем. Там тоже много чего интересного. Но сначала вниз. Тут у нас есть эти травы целебные. Тут они лежат. И еще, по-моему, два предмета, насколько я помню. Или три даже. Да-да-да, три. Здесь у нас... Ну, во-первых, это... Как бы она, как видите, не стоит. Это вот соль металлическая. Она нам нужна для... изготовление эликсира. Зачем этот нужен эликсир, я, если честно, не знаю. Вот, кто знает, то напишите мне в комментариях. Может, я его где-то не использовал. Соответственно, да, из-за того, что не знал. Что тут, в общем-то, вот так вот можно. А, сейчас поднимаемся, да, наверх. Здесь у нас соли. Здесь у нас еще мана. Здесь у нас еще деньги. Так. И для этого нам нужно... Да, нужно вот эту вот сейчас доску нам отодвинуть будет. Trimble's got good handwriting, which makes me distrust him. Какой-то у нас интересный Dowd, а? Оказывается. Тут у нас тоже травы, чертеж. И, собственно говоря, сейчас мы откроем эту доску. Вот это вот. Тут нам нужно вот эту вот запись, ну как бы запись, ее вставить вот в этот вот магнитофон. Соответственно, у нас, как видите, доска отъезжает. Вот зачем этот эликсир, я, если честно, не знаю. То есть вот написано то, что он какой-то противоядие. Возможно, это какой-то, не знаю, этот самый... другой вариант прохождения этой миссии, как вариант. Но я, опять же говорю, я не знаю. Вот, честно, вот вам сказать не могу, зачем он нужен. А, и сейчас мы, в общем, да, пойдем за теми монетками, которые я пропустил. В общем-то, да, помните, там вот у нас был шкафчик. Внизу в самом... Вот шкафчик у нас этот вот здесь вот находится. Вот тут вот, и тут у нас лежат еще две монетки. 15. И сейчас пойдем в катакомбы, в общем-то, с вами. Тут еще только подберем вот тут руду. Угу. И на этом у нас должно быть 2579 монеток, как вы видите. И осталось нам еще совсем чуть-чуть. В общем, нужно будет это вот запустить колесо. И, в принципе, все, забрать эту самую катушку нашу от двигателя. И здесь я вам кое-что еще хочу рассказать. Помните то место, где мы этот самый ритуал ветоши проводили? Вот, там мы забирались, как вы помните, да, на верхний этаж. И там мы брали какую-то штуку, короче, которая стоила 100 монет. Вот, но там есть еще один закрытый шкафчик, соответственно, вот на этом шкафчике там как раз и была вот эта штука. И ключик от этого шкафчика у нас находится вот на этой локации. То есть здесь нам нужно сейчас полутать один труп, и мы, соответственно, его получим с вами. Соответственно, да, в этом шкафчике там тоже есть монетки. Соответственно, нам его тоже нужно сейчас взять, и тогда мы туда доступ с вами получим.
Тут пока мы очень, да, как видите, все отбираем. Тут у нас еще крысы. Обожаю крыс в этой игре. Как же я их обожаю. Тут у нас еще есть этот самый руда, по-моему. Вот здесь вот. И тут закрытая дверь. Но мы ее откроем. Мы оттуда, в общем, сейчас пойдем. И откроем. Так, запрыгиваем наверх. Тут у нас мана. Мана у нас там что там, 8, да, было? Посмотрел. Слишком быстро пролетело. И вот здесь мы забираем этот самый ключик. То есть тут у нас вот находится вот этот вот механик. А там у нас, да, там у нас нужен именно ключ механика. То есть, грубо говоря, вот до сюда вот мы должны были дойти. И здесь, соответственно, этот ключик взять. Здесь у нас ведьмы. Поэтому мы сейчас замедляем время. И быстренько их, в общем, убиваем таким вот образом. Хопа! И все. Так, у вас болт мой есть. Арбалетный. Это хорошо. Так, здесь... Здесь у нас руда. Здесь у нас еще жемчужина хрустака. Монетка. Руда и амулетик, соответственно, последний. И сейчас пойдем еще ведьм валить. Их у нас много в катакомб. Именно они как раз-таки, в общем-то, и завалили эту группу Тримбла. Эх, не так кинул, как надо. Не так кинул, как надо, вот совсем. Ну ладно. Все равно у нас денег кучу будет под конец. Так что закупимся себе болтами у того же самого торговца. Или, не знаю, там под начало следующей миссии, скорее всего. Так, катушка, бальзам Пьера. Забираем еще одну ворвань. Угу. Нормально. Тут у нас еще ворвань. Здесь у нас ворвание эти травы целебные. Так, так. И пропавший ключ. Тут у нас нужно, в общем-то, да, вот эти вот растения, как бы ведьмы, они, соответственно, блокируют эти вот колеса, из-за чего они, соответственно, не вертятся. Поэтому мы сейчас просто их вот так вот уничтожаем, то есть просто по ним ударив. Тут у нас, вот, да, лежит ключик от этой всей машины. Сейчас тут мы поставим бак с ворванью вот сюда вот. Угу. И вот с другой стороны тоже тут у нас есть, как видите, вот это вот растение. Его тоже нужно завалить. Я не знаю, честно, почему я тут вот так пробежал. В общем, по нему нужно еще ударить. Но мы, в общем, спустимся, соответственно, это сделаем. Так, давай запрыгивай. Угу. Так, я такой думаю, что-то оно не работает как надо. Я понял. Ага, я ж тут забыл это тебя вот ударить. И сейчас заработает. Сейчас здесь мы запрыгиваем наверх. Вот сюда вот. Тут поворачиваем рычаг. Монтажный инструмент подбираем. Сейчас у нас тут вылетит прям вентилятор. Нормально. Так. Тут у нас проволока, тут у нас эти соли для ванн. И тут у нас чужой. Together, aren't you? It's not easy. Delilah's exceedingly bright. Her coven is rising, with her as the night star to guide them. Change is coming, and Delilah has a plan. But do you doubt? And I don't mean stealing an engine coil or slitting an old man's throat.
You're charging upriver, and I do believe you'll make it. But what will you do with what you find there? Так, давайте сейчас мы тут что-нибудь себе прокачаем. Вот это вот, да. Это нам на последней миссии очень сильно пригодится. Этот призыв мастера-ассасина. Потому что там мы его будем юзать довольно часто. Что он там довольно полезный. Ну, господи, кто ж так гранаты-то кидает? Господи, да, вот. Чё ж ты через... Забей, короче. Вот серьезно, кто-то гранаты кидает. Что они прям через эти, через деревяшки все пролетают. Так. Где у нас тут мадама-то наша, а? Так, оно. Ты где? Тут у нас лежит эти самые травы, опять же. И сейчас пойдем к Далиле. Здесь, в общем-то, есть вот ее статуя. И еще одна ведьма, как вы видите. Оп. Ведьмы уничтожаем. Что нам Далила скажет? Давайте послушаем. Lurk told me you wouldn't give up, even as she knelt before me and gave me all your secrets. I know what you're doing, Dad. I know what that mark on your hand is, just like the one on mine. I know everything you can do, and it won't matter. Four of us chosen, but history will only remember one. Delilah. If they remember any of us, погоди, если вас четверо, то, по идее, как бы, кто четвертый? То есть, смотри, у нас есть Далила, это окей, у нас есть Даут, у нас есть этот Корва, а кто четвертый? То есть, я не знаю, возможно, это она имела в виду Эмили или кого-то другого здесь именно по сюжету, или, возможно, самого по себе чужого, тоже, да, как вариант. Ну, тоже довольно так интересно, да? Напишите, кстати, в комментариях, кто знает, как бы, кто четвертый на момент событий, в общем-то, в принципе, первой игры. Вот это вот именно из избранных. И здесь у нас самая моя любимая, в скобочках, нет, часть. Это, соответственно, собирание всех вот этих вот монеток, которые тут у нас покатились, когда мы, это самое, активировали это колесо водное. Монетки прям, я просто обожаю собирать. Плюс тут они еще и под водой. То есть тут очень неудобно. Конечно, очень, опять же, хорошо то, что у нас есть это вот зрение читерное. Ну, как в какой-то степени читерное, да? То есть я его, естественно, как бы таким же прям сильным читом не считаю. И вот с ним, конечно, все это дело попроще собирать. Но без него тут веселуха, я думаю, та еще. Так, по-моему, еще вот здесь вот, да, две монетки. Вроде я все собрал, да? Давай сейчас глянем, что у нас там. 34, 37, да, вот все. Все у нас тут взято. Так что теперь можем идти к Тримблу обратно. Нам еще, по-моему, осталось только три вещи с этой миссии взять. И, соответственно, все, на этом у нас можем уже с нее выходить. Ну, как бы эти три вещи, я имею в виду... Эти самые, из денег. Соответственно, да, у нас уже все взято по этим парунам, по амулетам. Осталось нам только три вещи. По сути, да, две вещи мы не взяли на текстильной фабрике, потому что там нужен этот пароль. И одну вещь мы заберем из этого, из дома механика. То есть там, помните, да, я говорил про этот, про шкафчик, который закрыт. Вот, соответственно, мы эту вещь просто взять не могли никак. Так, что нам скажет Тримбл теперь?
запрыгиваем. И... It's done. But I don't think you'll see your men again. I survived. Caesar says a deal's a deal. The code is 572. И он нам дает, соответственно, от генераторный, как я понимаю, код от машинного отделения, вот точно. Сейчас мы сюда спустимся. В общем-то, да, в этом самом машинном отделении у нас как раз таки находятся эти две вещи. А вот, кстати, мне интересно, есть ли такие, как бы, игроки, которые просто подбирали этот код? Потому что, по идее, его подобрать, ну, как бы, если так уж прям заморочиться, то не так уж прям, чтобы и сложно, как мне кажется. То есть, да, я, конечно, понимаю, то, что нужно для этого перепробовать 1000 комбинаций, но вот мне интересно, она сработает какая-нибудь из этой 1000 или нет? Вот, то есть, именно вот в таких вот моментах, потому что, по идее, нет. Потому что мы должны, как бы, обязательно, соответственно, да, выполнить этот квест. Вот, это такой прикольный вопрос довольно, да? Возможно, конечно, на него этот очевидный ответ есть. Но то все же. Ну и сейчас, в общем-то, да, я побежал к этому, к дому механика. Соответственно, там взял последнюю эту вещь. Это эта катушка медная. Причем тут она у нас наверху. Вот этот тут, да, у нас не открывался. Теперь он у нас открывается. Соответственно, последние 10 монет у нас здесь. Ну да, он тут еще и код этот написал, 572, который. Сейчас мы что сделаем? Сейчас мы заглянем к торговцу, у него всем закупимся. И, соответственно, на этом пойдем завершать миссию. Что ты мне скажешь? Вот всем мы у него, соответственно, да, сейчас закупимся прям. Чтобы у нас прям всего и много было. Дальше монтажных инструментов купил. Которые я, да, естественно, потом использовать не буду. Вот в следующей миссии. Потому что там, по-моему, даже их просто негде использовать. И тут я такой подумал, а почему бы нам его не завалить? Потому что, смотрите, по идее, как бы, как я сказал, то это самое... как бы тенденция очернения мира, она работает лучше, если мы кого-то невиновного убиваем. Ой, а думаю, почему бы нам его не завалить? Правильно? Мужик, только ты давай мне это, продай еще один этот эликсир, который мана, даже два. А теперь я тебя легко убью. По поводу того, да, что я это говорил в начале, то, что я никого из невиновных не буду убивать, это я сказал, что теоретически. То есть, как бы, технически, скажем так, я свое обещание сдержал, потому что, по идее, у нас умрут только вот эти вот два. И все. То есть, и только в этой миссии, соответственно. Так, тебе еще, наверное, давай. Почему бы нет? И все равно вы, в общем-то, как увидите, то под конец миссии у нас все равно будет это хорошая, ну, хорошая тенденция. То есть, там этот хаос в мире, он будет низкий. Так что, ребят, такие дела. Я думаю, я на этом буду с вами прощаться. У нас уже, в общем, как вы понимаете, да, концовка миссии. Всем на этом спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное. Вступайте в наш Discord сервер, все это очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем за все это, как всегда, большое-большое спасибо, кто это делает. И всем на этом до свидания. Еще раз, всем на этом пока. Fire up the engine from the bridge. Get us underway.
on wall to life as I walk on water through world of light. You heard the king as the urchins sing. Revenge solves everything. Tonight I'm bringing on wall.